На депутата горсовета завели уголовное дело. Подобные заголовки появились в ряде СМИ. Речь в заметках идет о директоре ООО «НКОМ» по совместительству депутате Улан-Удэнского горсовета Сергея Иванове. СМИ сообщили, что уголовное дело завели за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Однако сам Сергей Иванов заявил, что дело было возбуждено еще 2 года назад. Тогда в НКОМе одна за одной проводились налоговые проверки, по результатам которых и появилась статья на депутата. В 2014 году еще у нас началась проверка налоговой инспекции, причем повторная проверка для того, чтобы собрать деньги из дома, то, чем занимается налоговая инспекция всегда. И несмотря на все наши возражения, решение было принято не в нашу пользу, а материалы автоматически они передают правоохранительные органы для... Уголовное дело было возбуждено 3 марта 2014 года, но длится оно до сих пор. Неуплату налогов рассматривали в Новосибирске, опасаясь общественного и политического резонанса. В итоге дело стало известным только сейчас, но депутат это называл происком конкурентов. Просто сейчас вот эта заметка, которая появилась, что по ней нетрудно доказаться, что заметка составлена конкурентам в лице монопольной структуры. И в этом деле еще кроме этого участвует Федеральная налоговая служба. Сумму долгов нам не смог назвать даже сам Сергей Иванов. По его словам, из-за ошибок налоговиков цифры в деле постоянно меняются. По мнению депутата, разбирательство продлятся еще не 1 год.